МВД собирается плотнее работать с экстрасенсами. Засекреченные агенты из числа ранее осужденных за мошенничество войдут в новое управление М. Как стало известно Лайфу, это подразделение М займется так называемыми интеллектуальными преступниками, то есть экстрасенсов привлекут к ловле их же коллег-мошенников. Засекреченных агентов под прикрытием будут внедрять в преступные группировки под видом своих. Ну и в дальнейшем, если результаты будут, конечно, хорошие, информаторов из числа бывших осужденных наберут и по другим направлениям. Например, по квартирным, а также финансовым и банковским мошенничествам. Каждый агент будет официально трудоустроен в МВД и также официально, насколько это возможно, насколько это подается пониманию, засекречен. Для безопасности информатора его данные будет знать только прикрепленный к нему оперативник. Каждый день работа агента будет оплачен из средств ведомства.